участники турнира по пощечинам. Хотел бы провести флешмоб. Если вы видите в первом ряду, мы зарегистрированы на пощечины. Без отбора, без кастинга. Ну, в общем, будет жарко. Те, кто будет на пощечинах участвовать, ну, тусуются в районе первого ряда, но в целом пока в холодной форме. И строго Арфайт в предстартовой зоне. Уже готовится спортсмен. Арфайт готов? Слушай, Арфайт нельзя больше 90 килограммов. Арфайт нельзя. Он похудеет, успеет. 89, да? Да, в Арфайт нельзя больше 90 килограммов. И что, сейчас будет интересно? Сейчас будут... Вот они, первые процессы. Вот они, первооткрыватели в нашей стране. Пилигримы Арфайта. Я по ММА и судья по армрестлингу. Андрей Сидельников, главный судья. Ему для объяснения правил сейчас под ваши аплодисменты предоставляется слово. Правила простые. Наш помощник Евгений связывает руки бойцам другой рукой. Бойцы наносят удары. Бойцов из защиты шлем и капа. Носим удары. Жесть будет. Итак, ну что, друзья, вы поняли, есть ли вопросы по правилам? Хотя, для парней. Давай парней вначале, нет? Девчонок? А давай зрителей спросим. Кто считает, что первыми парни должны быть? А кто хочет посмотреть на противостояние девчонок? Ну что, у нас как в Древнем Риме, да, только в Красноярске решили, девчонки, выходите. Выходите, девушки, давайте с вами вначале немножко пообщаемся, да, сейчас пишется история, может стать такими же знаменитыми, как Василий, вот, сидит в первом ряду, грозная фигура. Он какую руку связывает, вот общаемся с девушками. Итак, девчонки, давайте вначале немножко пообщаемся. Как вас зовут? Маша. Маша, сколько лет? Не спрашивают у девушек. Это вес не спрашивает, сколько. И так про вес не спрашивают. Ладно, не ходите, не говорите. У вас татуировка кёкушинкай карате, да, соответственно? Серьезный боец. Черный пояс у вас? Коричневый? Оранжевый. Но все равно хорошо. Какая-то еще бойцовская база есть у вас? ММА. Призываем вас Мария Кёкушинкай, да, так можно? Мария Кёкушин, да? Значит, а вы? Тоже Мария, прекрасно. Хорошо, что я догадался придумать погоняло. Мария Кёкушин, а вы чем занимаетесь? ММА. ММА, ну ММА тут все занимаются по чуть-чуть. А какие-то, не знаю, в жизни что делаете? Кроме ММА. Только деретесь, тренируетесь и спите, да? Ну вы потрясающий, настоящий боец. Не знаю, на кого-нибудь учитесь? Дизайнера? Ну тогда мы решили Мария Кёкушин, Мария Дизайнер. Мария Дизайнер вашего нового лица после армфайта. Как это зловеще звучит, да? Круто! Да, круто, да? Вам нужно как-то размяться, может быть? Нет? А в соперника разомнетесь. Потрясающе. Итак, у кого будет таймер? Три раунда по 20 секунд, сколько перерыв? Господи, что это? А таймер у кого? Итак, я думаю, что вот, смотрите, через 30 секунд на Siberian Power Show начнется нескончаемый, ну как минимум трехчасовой трэш. И вы становитесь свидетелями этого. Мне кажется, вот я волнуюсь больше, чем девчонки. Мария Кёкушин против Марии Дизайнера. Они вчера выступали на ММА, тоже друг с другом дрались. И также спортфаза. Итак. Давайте, друзья, все вместе обратный отсчет от 5 до 1, да? И начнется. Так, готовы? Еще девчонки не готовы. Но, кстати, лицо настолько уверенное, просто скала. Такие, ну что ты тут стоишь, трындишь? Вот мы делом занимаемся.
Итак, внимание, атлеты готовы? Зрители готовы? Все, давайте хором обратный отсчет. 5, 3, 2, 1. Так, 20 секунд. Девчонки пристреливаются. Что там вылезло? Ну, ничего страшного. Если что-то вылезло, отпусти. Не твое. Итак, какую интеллектуальную борьбу выбрали? Пока без крови. Стоп! Итак, нет. Ну, это не страшно. Вы можете передумать, еще поучаствовать. Видите, ничего страшного. Потюткали друг друга перчатками и все. Сколько они отдыхают? 30 секунд. 30 секунд отдыхают. Ну, нормально. Даже если у вас плохое кардио, вы можете поучаствовать, потому что время отдыха будет больше, чем время участия. Итак, кстати, может быть, уже распределились фавориты. Кто болеет за Марию Кёкушин? А Марию дизайнера кто поддерживает? Слушайте, дизайнеров в зале больше, чем каратистов. Вообще сейчас в мире дизайнеров больше, чем каратистов. Ну что, краткий обратный отчет. Следующий раунд. 3, 2, 1. Очень грамотно, как будто прям готовились. Еще и защищаются. Опа! Улетает микрофон, это прям традиция что-то выбрасывать из-за стола. Слушай, эта штука не выдержала, из нее что-то льется. Вот сейчас хорошо прилетела Мария Кёкушин от дизайнера. Обратите внимание, совершенно разные антропометрические данные. Кто-то из девчонок очень высокий. Но одна из девчонок высокая, другая такая низкая, но резкая. И каждая выбрала свой стиль. Мария Кёкушин, недостаток в росте не мешает дотягиваться до лица соперницы. И, ну, на мой взгляд, проводить больше успешных атак. И все, друзья, это все. Состоялся первый бой. Это был женский бой по армфайту. Давайте подводить итоги. Итак. Нет, все удобно, все классно. Все хорошо, да? А вам? Тоже все прекрасненько. Вы губы кусали, кажется, у вас следы от зубов, нет? Это тоже вчера получилось. Это все вчера, блин, вы крутая. Итак, внимание, официальное судейское решение выносит главный судья соревнований Андрей Сидельников. Итак, кто же? Мария Кёкушин и Мария Дизайнер. Ничья, ничья, дорогие друзья, абсолютно справедливо. Победила дружба. А, смешки, да? Слушай, ну, можем тебя назвать детсадовский полицейский? Нет, он еще учитель. Все, учитель, учитель, отлично, учитель. Ты что-нибудь есть у тебя что-нибудь такое тоже? Прозвище. Да. Нет, прозвище. Сейчас будет. Медведь? Что? Что? Кашлеменко, да? Это его школа. Школа единоборства Александра Шлеменко, да, так и написано. Значит, Антон Шторм и Вова учитель, да? Давайте по имени отчеству. Владимир Романович, потому что учитель. И просто о том, что... Судьи готовы? Атлеты готовы? Итак, внимание, обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1! Итак, такая джентльменская борьба. Парни как будто дают друг другу поработать. А теперь уже не дают, началось, почило нормально. Что творят? Просто дубасят. Лупцуют друг 15 секунд. Ваша поддержка нормально. Нормально, парни. Ровно. Что-то... 5 секунд. Отлично. Мне кажется, в этом раунде в воздухе запахло кровью. И сразу же резко атакующую манеру боя выбирают парни.
Сейчас первое было такое хитрое действие с воротом в исполнении учителя. И пуля прямолинейно оправдывая свое прозвище «Шторм» боксирует Антон. Сколько секунд остается? 10 секунд! Мочите, парни, я не боюсь этого слова. И там несколько... И все, друзья, это было жестко, еще один... Итак, 15 секунд еще на отдых остается. Парням отдышаться. Финальный раунд. Итак, ждем чьего-то откровенного превосходства. Ровная борьба. Нормально парни друг друга насовали. Размен ударами, знаете... Ваши аплодисменты! 3, 2, 1, самый раунд, поехали! Вот это пока самое жесткое, что мы видели! Просто стоят и в дыню друг другу месят, друг друга! Вот это жесть, вот это держалка, терпелка у парней! Поверьте мне, 30 секунд в таком темпе, это действительно мощно! Они еще и уворачиваются, еще и... 10 секунд, за 10 секунд можно пропустить! 20 ударов, очень сильно бьют парни. Что против учителя? 3 секунды, 2, 1. И все, друзья, аплодисменты. Давайте поднимайся, говорит, на 90 не тяжелее. Он видел нормально, тяжелее он вкус. Итак, ну что, подведение итогов. Главный судья, внимание на атлетов. На счет 3, смотрите. Итак, победил. Что? Победил. Антон Сторм победил учителя Владимира Романовича. Ну что, парни, давайте пообщаемся о ваших впечатлениях. Ходить. Итак, как зовут? Семен. Чем занимаешься? Так, все стало логично. Чем еще в жизни занимаешься? Учусь. На кого учишься, кем работаешь? Управление персоналом, экономика, учитель мастер. Тату-мастер? Ну тогда можно как бы тебе и... И тебе имя. Тату-мастер. Да? В каком стиле работаешь? Учусь, я сказал. Учусь? Ну, планируешь. Разных, разных, я понял. Семен, тату-мастер? Алексей, электромонтер. Электромонтер, как уж. Электромонтер против тату-мастера. Знаете, надо вот одному вместо перчатки в руку машинку, а другому какой-нибудь сестрам нет. Это другой, хренать. Твой вес какой? 87. Обратите внимание, 87, тату-мастер, электромонтер 105, да? Вы, может, инструмент просто забыл выложить? Про я никогда не выкладываю, взвешиваюсь вместе с ним. Так, а куда я выложил этот сигнал свой? Ну что, давайте посмотрим, решается масса. Тату-мастер против электромонтера. Абакан представляет экипаж. Итак, друзья, я понимаю, что вы напуганы, но все же, зрительская поддержка, вы готовы? Отлично. Скажите, кто в душе чувствует себя электромонтером и поддерживает электромонтера? Так, а кто себе хочет татуировку и поддерживает тату-мастера? Может быть, какую-нибудь акцию проведем, первая татуировка бесплатно самую яркую болельщику? Но об этом чуть позже, а сейчас все внимание на стол для армрестлинга. Итак, судья готовит свой профессиональный узел. Готовятся спортсмены, зрители уже давно готовы. Хочу вам представить пока еще одну участницу. Ну, участница космоса, пойдемте, да? Смотрите, пока готовятся наши атлеты, будет появляться в углу сцены на пощечинах и на боях. Вот так выглядит смерть от пощечин. Вот такая сексуальная улыбка и яркий опасный костюм. Если помните, Лариса брала интервью у Василия, когда вот он прославился и выиграл пощечины, и, возможно, навестит кого-то из победителей, участников наиболее запоминающихся сегодняшних батлов, тем более, что к пощечинам добавился армфайт. Итак, спортсмены готовы? К Ларисе мы обязательно еще вернемся. 5 секунд обратный отсчет.
5, 4, 3, 2, 1. Ой, нормально, сразу рубка. Давайте поддержим, сразу мясо началось. Ой-ой-ой, что творится? Не завидую парням. Продолжают бить, остается еще время. Леша, плечо, плечо ниже, плечо. И продолжают работать парни. 10 секунд. 10 секунд еще, это было самое долгое 10 секунд. Итак, это мы против карты. Еще, продолжаю работать. Стоп. А тебе после, да. Понимаю, что сгоряча, что не со зла. Итак, поправьте, пожалуйста, шлем электромонтеру. Очень классно смотрю. Ну, друзья, вам понравилось? Ядрёненько? Щекотит нервы? Давайте тогда поаплодируем. Плечо опускай, голову закрывай. Не опускай, плечом закрывай голову. Итак, парни, сколько им еще стоит отдыхать? Еще 15 секунд. Электромонтёр против тату-мастера. Я думаю, набрались опыта, сделали какие-то выводы, парни. Приготовились? Итак, приготовились джентльмены, приготовились зрители. Поехали! И снова град ударов начинает сыпать, да, парни? Видим, что электромонтёр за 30 секунд подумал на тактике и выглядит совсем по-другому. А сейчас ему сует тату-мастер, как тату-машинка работает. Пошли, ой-ой-ой, стоп, кажется. Один из участников немного побуял, да? Итак, совершенно верно, друзья. Технический нокаут состоялся. Я думаю, вы все видели, давайте поаплодируем отчаянным парням, которые поучаствовали в этой бескомпромиссной мясорубке. Что такое? А, да, еще. Много желающих. Вот это жесть! Как себя чувствуешь? Нормально. Техническим нокаутом. Первый бой сейчас сойдется противостоящий собой. Практически в два раза еще жестче. Итак, давайте смотреть, что будет. Электромонтёр против учителя. Судья завязывает руки. Зрительская поддержка! Слушайте, если у вас рука занята телефоном, то хлопайте себя в грудь, да? Но поддерживайте парней, они же стараются. Итак, 5, 4, 3, 2, 1! Началось Месилово. Ой-ой-ой, какая жесть! Что творится? Плечо, Леша, плечо! Итак, оборонительную тактику выбирает электромонтёр, но тем не менее иногда очень тяжелые удары пробрасывает более своим превосходством песни. Итак, тяжелый, но видит из угла работы учитель и уворачивается 5 секунд до конца раунда. Стоп! Итак, первый. Следующий гонар. Зашатался стол, но главное, чтобы без парней никто не зашатался. Или наоборот, мы все этого ждем. Продолжаем наносить удары. Сейчас пропускает электромонтёр. Еще несколько ударов пропускает, но очень хорошо выворачивается учитель. Идет в отчаянную атаку, несмотря на то, что он встает вместе почти на 50 килограммов. Итак, заряжает Лебаса. Итак, еще один раунд наш. Плеча размахнись, Леш. Ой-ой-ой, снова попадает учитель. Вроде бы дотягивается электромонтёр, но может быть из-за веса не получается попасть. Видит его действия учитель и умудряется увернуться. 10 секунд, парни! Бой за третье место. Работа. Работает еще. И вместе с Филием победил судейским решением учитель Владимир Романович. Аплодисменты.
На левом фланге готовы! А теперь все вместе готовы! Отлично! Вот эта энергия! Это мощь! Парням даже принесли, по-моему, новые перчатки. Опять обратный отчет от 5 до 1. Договорились? Готовы! Итак, обратный отчет все вместе. 5, 2, 1! Вот это месиво, посмотрите, просто лупцуют друг друга по голове без попыток защищаться, парни. Жесточайший шоу, которое только можно увидеть. Бескомпромиссная мочилова. Продолжают не бороться, биться, парни. Что против учителя? Первый раунд. И уже запахло кровью, уже жестко. Раскраснелись парни, разошлись. Итак, есть время, да, смотрите, отдышка за 30 секунд, устали, ребята. Страшно сам. Последний раунд без перчаток! Не-не-не, я ответственный. Но мы не знаем, что это такое, мы не видели этого до этого, но тем не менее. Итак, второй раунд, зрительская поддержка! Финальный бой! Еще 10 секунд. Пять секунд. 3, 2, 1. И второй раунд, парни. Так, во втором раунде выбрали более интеллектуальную такую борьбу. Мы пытаемся поговорить друг друга на контратаках. Трясется стол, трясется сцена, при том, что парни не тяжеловесы. Но устроили здесь настоящую бойню, просто гладиаторы на столе, очень грамотно видно на этом столе, такие же, о, какая красота, посмотрите, сейчас перепрыгнут друг к другу, очень круто, парни, это было потрясающе, и это только второй раунд, впереди еще третий, как минимум, а может быть и дополнительный, или как у нас, чемпионские 5 раундов, как в UFC, если зрители попросят, так то возможно. Ну что ж, ладно, сейчас все мысли на третий раунд устремлены. У парней есть время для того, чтобы отдохнуть. Друзья, ну как вам? Нормально? Кто считает, что круто, поаплодируйте. Ну, я думаю, что одобрение – это лучший отзыв. А главное, еще способствует дружбе, вот парни обнимаются. Обнимаются, все хорошо. Итак, остаются считанные секунды на восстановление. Ждем команды от главного судьи. Внимание, третий раунд! Напоминаю, Energy Arm Fight Cup. Все камеры сейчас направлены на сцену. Итак, продолжаем работу. Эти 30 секунд кажутся вечностью для парней. Зрители просто в шоке смотрят. Даже тише, чем обычно, наблюдаю за этим противостоянием. И время вышло. Ну что, четвертый раунд. Четвертый раунд нас ждет. Нас ждет четвертый. Итак, 3, 2, 1. Посмотрите, что творят эту фламбанку, как красиво они перепрыгивают друг другу из-за стола. Вот это круто. Очень технично работают, уворачиваются. 5 секунд. Настоящую красоту этого стиля демонстрируют. И сейчас несколько уверенных атак проводит. И за 5-й раунд. Друзья мои, нас ждет 5-й раунд. 5-й чемпионский раунд, я думаю, это повод для отдельных аплодисментов, потому что 5 раундов еще никто здесь не выдерживал. Очень красиво смотрится и тату-мастер. Итак, слушайте, хочу спросить
Да, пока парни отдыхают, мнение у спортсменов, но которые представляют смежные дисциплины. Итак, у нас в первом ряду многократный чемпион по армрестлингу Виталий Лолицын. И я сейчас спущусь к нему, да, за сцену, для того, чтобы узнать его мнение, да, о такой модификации армрестлинга. Виталий, что скажете? Ну что, нормально, ребята, молодцы, держатся. Маленько им армрестлинг, мы хотим потренироваться, было бы намного проще. Вы считаете, что навык армрестлинга также здесь помогает, да? Было бы и легче проще. А у самого нет желания попробовать? Самого, да, есть желание, но не пустили. Не пустили меня. Не пустили? Это тяжелый. Слушайте, ну, я думаю, что уже одно желание заслужит аплодисмент, да? Когда-нибудь не верил тяжело. Знаю, когда чемпион, да, который всем все доказал. Не согласен. Давайте, он одну пощечину, вы две по очереди. Договоримся. Ну что, отдохнули джентльмены, да? Превосходно. Итак, внимание, это финальный раунд. Максимальные аплодисменты, максимальная поддержка. 3, 2, 1. Мощно! Отлично, музыка там диджей подобрал. Вась, ну что ты такой говоришь, не живенько? Что живенько? Очень живенько. Итак, продолжаем наносить бескомпромиссные удары друг другу в ответы. Просто лупцуют по ушам. Мне кажется, здесь как у борцов будут сломанные уши потом. Вот такой хаммер, удар голоса почти проходит тату мастера. Сейчас резко засаживает несколько ударов шторм. Поймал свой стиль. И на контратаках работает тату мастер. И все, друзья. Итак, прямо сейчас завершением последнего раунда. Последнего боя. Мы решили в этом поединке примет наш главный рефери соревнований FKP Fight 5 Василий. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие красноярцы и гости нашего города. Хочу вас поздравить. Сибирь Пауэр Шоу — это просто невероятное шоу. Здесь очень много атлетов, красивых девчонок, накачанных парней, мужественных всех. Ну, вообще, прям здорово. Ребят, я вас обоих знаю, но, на мой взгляд, многие со мной согласятся, победил парень, у которого ухо перемешка такое вот, смешное. Вот, Антон Зайцев. Все, вы молодец, я не дотянул, это мое личное мнение. Всем спасибо. Так, давайте, парни, можно у вас на интервью, да, немножечко? Да, можно даже, знаете, вопросы из зала, может быть, у кого-то есть, парня? У кого-то есть вопрос? Ну тогда спрошу я. Согласны ли с судейским решением? Да, вполне. Ну что, давайте поаплодируем тату мастеру, да, он согласен, признает превосходство, но при этом продолжает бороться. Кровь на майке, это сейчас, да? А, твоя. Вот у нас первая кровь все-таки есть, да, вы смотрите. Первая кровь Energy War Fight Championship. Причем кровь на связанном кулаке, да? Выдавилась просто от того, как насколько сильно стянута решетка. Итак, вопросы о журналистах, конечно же. Антон Доценко, Generation Iron. Ребята, что вас заставило сюда выйти? Что мотивировало? Эмоции, чувства. Интерес в первую очередь. Интересно, что за новый вид такой. Как бы армрестлинг. Не просто бои. А здесь все связано, смешано. Интересно, всем советую попробовать. Приходите, приходите. Способ себя проверить, закалить, узнать, на что ты способен. Ну и такие эмоции заставляют чувствовать себя живым. Итак, есть еще какие-то вопросы? Алексей, будете спрашивать что-то? Я хотел спросить, будет участвовать, я думаю, что буду спросить. А, парни, еще будете? Еще будете, парни? Ну не прям сегодня, в целом. В целом? Да, мы же первые открыватели, чемпионы, ждем вызовы. Конечно, будем, у нас тут большая ответственность, мы первые. Официально вызов. Будем, будем. Да, да. Сколько нас всех? Какой это сразу? Ничего, что скажете? Давайте поаплодируем всем этим русским спортсменам. Они вышли на эту скользкую тропу
и собираются продолжать. С вашего позволения, большие молодцы, вне зависимости от результата, потому что рискнули. Хотели все, попробовали немногие, если угодно. Они сегодня победили нас в соревновании на смелость и уверенность в себе. Итак, начинаем церемонию награждения с женского дивизиона. Две Марии, Мария Дизайнер и Мария Кёкушин, выходите, пожалуйста. Между ними была ничья, и они заняли первое место. Ваши аплодисменты. Итак, просто вот, занимайте, пожалуйста, ваши места. Я напоминаю, что призовой фонд на всех участников 50 тысяч рублей, и это распределяется между участниками в соответствии с их результатом. Energy Arm Fight Cup. Итак, четвертое место в мужском дивизионе занимает атлет по прозвищу Электромонтёр, самый тяжелый участник. Поклон сделал. Ваши аплодисменты. Возвращайтесь, пожалуйста, спасибо огромное. Итак, третье место занимает Владимир Романович, самый легкий участник по прозвищу Учитель. Второе место занимает финалист Тату-мастер Семён. И первое место занимает атлет по прозвищу Шторм.